Сегодня, 31 июля, 2 часа 6 минут, поступило сообщение о пожаре на неэксплуатируемом судне, находящемся по адресу город Выборг, улица Железнодорожная. К ликвидации пожара были привлечены силы и средства Выборгского местного пожарно-спасательного гарнизона в составе 27 человек и 7 единиц техники. 4 часа 16 минут пожар на площади 420 квадратных метров был ликвидирован. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Причины пожара выясняются.